В своем видео я хочу рассказать вам, как я заработал всего за месяц почти $250. Я в интернете нашел такую штуку, как торговля бинарными опционами. Это торговля на бирже, и я на сэкономленные от родителей деньги пополнил счет и попробовал поторговать. Сейчас я вам покажу свой счет и то, как я это делаю. Вот мой торговый счет. Значит, как я познакомился? Познакомился я чисто по рекламе в интернете. Мне всегда интересовал финансовый рынок. С самого раннего детства мне всегда нравились передачи по телевизору, на которых показывали красивые графики и рассказывали, сколько люди могут заработать на этом денег. В общем, я попробовал, положил около месяца назад $20 и поторговал бинарными опционами. В общем, это несложно. Тот, кто знает компьютер, и тот, кто хотя бы немножко понимает саму систему торговли, это под силу. Значит, если вы не знаете, как это делается, или никогда не сталкивались с этим, нужно вам посмотреть раздел «Помощь». Там все предельно ясно и подробно написано. В подтверждении своих слов хочу показать вам отчет по счету, где указаны все мои зачисления. Вот мы зашли в раздел «Касса», и сейчас я вам включу историю операций. Вот, как видите, история операции у меня состоит только из одного пункта. Зачислено $20 на мой торговый счет 22 ноября 2015 года. Как можете видеть, на сегодня у меня $274. Я заработал чуть более чем за месяц $254. Я могу потратить на это всего несколько часов в день в виде игры и неплохо заработать себе на карманные расходы, а также на подарки к Новому году. Вот так, ребята, можно, просто изучив недолго вопрос, зарабатывать и помогать родителям, а не тягать у них деньги из кошелька. В общем, на этом я закончу. До свидания.